3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта пришел вопрос от нашего телезрителя. В отношении меня возбуждено исполнительное производство и выдан исполнительный лист на взыскание с меня суммы по договору займа. Судебный исполнитель собирается ограничить право управления транспортным средством. Это законно? Ответ на вопрос у эксперта программы, адвоката, заведующей специализированной юридической консультацией города Гомеля Светланы Якимик. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Да, действительно, это законно. У судебного исполнителя есть такое право обратиться в суд с ходатайством о вынесении определения в целях обеспечения исполнительного документа об ограничении управления транспортным средством. Эта статья еще звучит: управление транспортным средством, маломерными судами, гидроциклами сроком до 5 лет. Такое право ему предоставлено. А у должника также есть право обратиться в суд с заявлением об отмене такого определения. Если есть доказательства, например, что трудовая деятельность должника неразрывно связана с управлением транспортным средством, и это его трудовая функция. Потому что если он не будет работать, например, да, вот если человек работает водителем, он не будет работать, не будет получать доход, следовательно, как будет исполняться этот исполнительный лист и этот исполнительный документ? И в этом случае еще можно заручиться заявлением взыскателя, например, что он не против того, чтобы вас не лишали права управления. Ну, это очень сложная вообще ситуация, и я бы советовала обратиться к адвокатам за квалифицированной помощью. Спасибо, Светлана Владимировна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.